Это секстет «Облачный атлас». Таких пластинок, пожалуй, едва ли больше десятка во всей Америке. Мелодию я знаю. 6 переплетающихся историй из разных эпох, 3 знаменитых режиссера, 5 лет работы и бюджет в 100 миллионов долларов. А началось все с того, что в 2005 году на съемках фильма «Ви значит Вендетта» Натали Портман дала Лане Вачовски книгу «Облачный атлас». И именно Натали должна была сыграть в фильме одну из главных ролей, но вынуждена была отказаться из-за беременности в 2010 году. В этой ленте, в отличие от предыдущих наших фильмов, будет меньше всяких технологических новинок, и на то есть причины. Действие «Облачного атласа» происходит в нескольких разных эпохах, и нам хотелось отдать дань уважения каждой из этих эпох, в какой-то степени стилизовать каждую из историй под кинематограф тех времен, чтобы сохранить атмосферу. Да, как автор это делает в романе. В каждой истории чувствуется его любовь к литературе того периода. Нам хотелось сделать то же самое, только с кино. В фильме натурные съемки комбинируются с компьютерными кадрами. Например, для сцены с кораблем были использованы полноразмерные декорации и настоящий корабль. А практически все сцены из миров будущего были сняты на фоне зеленого экрана. Съемки проходили в основном в Германии, Шотландии и Испании. Режиссеры работали двумя отдельными командами. Одна под руководством Тыквера, другая Вачовски. Работать отдельно было не очень трудно, ведь большую часть работы мы проделали все вместе, еще в процессе подготовки. Мы работали над фильмом 4 года, а снимали всего 3 месяца. Во время самих съемок мы старались встречаться так часто, как могли, но когда не получалось, мы использовали Skype. Звонили друг другу с телефонов и спрашивали, что ты об этом думаешь, а как тебе этот кадр? Ведь если бы мы работали совсем независимо, у нас точно не получилось бы цельного кино. По режиссерскому замыслу почти всех персонажей 6 историй играют одни и те же актеры, среди которых Том Хэнкс, Халли Берри и Сьюзен Сарандон. При этом, по словам режиссера, все изменения лиц актеров — это заслуга исключительно художников по гриму, и практически никаких спецэффектов они не использовали. Все персонажи были сложными и глубокими, даже маленькие герои были прописаны подробно, и при этом все они были еще и очень разными, и это, конечно, было непросто. Но, с другой стороны, как только ты уставал от одного персонажа и понимал, что тебе нужна передышка, вдруг раз, расписание меняется, и ты на следующий день уже играешь кого-то другого. Очень удобно. Халли Берри как-то раз пришлось побывать еврейской женщиной из 30-х годов, женщиной из старинного племени и борцом за окружающую среду из 70-х, и все это за одну неделю. Некоторым актерам приходилось играть не просто людей разных эпох, но и разных рас, и иногда даже персонажей разного пола. У меня такого опыта точно еще не было. И хотя мой женский персонаж ненадолго появляется на экране, мы все равно очень много над ней работали, прорабатывали ее образ, кто она, из какого она общества, чем занимается, даже какой у нее дом. Очень хотелось, чтобы даже на это короткое время она была очень настоящей, а не «О, смотрите, это Бен с сиськами». Фильм был впервые показан на кинофестивале в Торонто, и зал стоя аплодировал 10 минут. 6 минут.